Мы пока ехали, думали, что это же наука град, да, Обнинск. Значит, оазис — это не просто какое-то вот название такое, это 100% аббревиатура зашифрованная. Ну, не может так быть, вот тополь, да, или там, не знаю, что-нибудь еще такое. Это точно аббревиатура. Ну, понятно, О — это Оксана. Это Зоя и соратники, например. А что такое А? Мы гадаем до сих пор. Может, авторы? Александр Медведенко. В прокуренном театре без рампы и кулис, где вовсе непонятно, зажужжало, значит, точно гитара есть. Нет, гитара. А другой шнур можно попробовать или нет? Или гитару другую? Я тогда вынимаю шнур. И это покрасивше, правда?
Ну вообще, мне так нравится, я теперь возвышаюсь. Симметрия, правильно? Так надо было сразу сделать. Бард, вообще люди парадоксальные. Любой уважающий себя вокалист скажет, что петь надо стоя. Любой уважающий себя гитарист скажет, что петь надо сидя. А нам надо и то, и то. И вот в таком неустойчивом равновесии мы всю жизнь существуем. Дима Шнурок, я понял. Я делаю, чтобы быть добрым. Мы поедем с тобой на линию далеко, далеко. В том краю ни дорог, ни селений, там туман, молоко. А потом полетим на ракете. Чем дети, все нас манят туманности эти, это влечность путей. А домой мы вернемся пешечком на своих, на твоих. Будут звезды светить нам пришедшим, нам дошедшим до них. Посмотри, моя милая, лучше, как земля зелена. Снова ливнями выльются тучи, и поклонятся ивы плакучи, и взойдут семена. Григорьева. Спасибо большое, друзья.